Я вас приветствую на канале InfoBizControl. Сегодня мы рассмотрим курс, который называется «Размещай ссылки, зарабатывая на этом 100 тысяч рублей в месяц». Этот курс сейчас активно продается на Глопарте. Вы, конечно же, его сможете скачать совершенно бесплатно по ссылке в описании к этому видео. Ну а сейчас давайте разберем, стоит ли вообще изучать этот курс. Погнали! Ну а перед тем, как начать изучать курс, конечно же, я вам рекомендую подписаться на мой канал, который называется Easy Money. Ссылочка на него есть в описании к этому видео. Это мой второй канал, где я постоянно и довольно часто записываю различные ролики. Вот, допустим, сегодня записал видеоролик про проект, в котором дают 100 рублей сразу за регистрацию. В общем, ну, на самом деле здесь очень много различных видеороликов. Вот о заработке без вложений есть, заработки с вложениями. В общем, много-много разной информации. Ссылка в описании. Обязательно перейдите и подпишитесь. Ну и здесь вот в шапке есть ссылочка на телеграм этого же канала. Тоже на него подписывайтесь. Итак, друзья, давайте начнем. Курс называется «Размещай ссылки, зарабатывая на этом 100 тысяч рублей в месяц». Название такое довольно долгое. Написано «Без вложений партнерок сайта и ютуба». Идеально для новичков. Я, если честно, курс уже так немного изучил, посмотрел, и, насколько я понимаю, там без вложений не получится. Ну, хотя есть там вариант, если толкать фуфел. Ну ладно, об этом позже. Так, давайте начнем. Сразу нас встречает вот такой видеоролик на 12 минут. Видеоролик, конечно же, как всегда, ни о чем. 12 минут россказней о том, что там этот классный курс, о том, что он там подойдет всем. Особенно порадовало в конце веселая такая, ну, не, вернее, как раз не веселая, а грустная история о женщине, которая там работала в библиотеке, получала крошечную зарплату, а теперь она благодаря вот этой методике начала зарабатывать. Понятно, что это все выдуманная херня, но давайте пойдем дальше. Ищите простую, понятную работу в интернете для пенсионеров, для мам, для нуждающихся в деньгах. Работать можно с любого устройства, вы можете выводить деньги сюда. Об авторе курса. Автор курса зовут Антон Рудаков. Естественно, это выдуманный персонаж, хотя он в своем видео вот в этом рассказывает, а он его даже начинает. Знаете как? Мои подписчики меня часто спрашивают. Хрен его знает, какие там его подписчики, потому что у него нету там какого-то нормального канала или ничего. А вот этот канал, на котором это видео, он абсолютно пустой. И вот это видео скрыто, оно доступно только по ссылке. А на самом канале там несколько подписчиков, в общем, полный фуфел. Это Антон Рудаков. Фотография сделана максимально так, чтобы не отследить. Да, здесь фильтр, то есть фотография где-то украдена. Никаких ссылок на соцсети вы не найдете. Есть вот телеграм. Ну, опять же, телеграм — это не то место, где вы можете увидеть, реальный человек или нет. Далее, результаты тестированы в закрытой группе в телеграм. Смотрите, я сейчас рассматриваю только продажник. То, что я сейчас говорю про то, что я вижу, это не значит, что курс плохой, да? Это я просто говорю о самом продажнике, о том, как я его воспринимаю. Я его могу воспринимать немножко по-другому, не так, как все остальные, да, как большинство людей, потому что я этих продажников уже пересмотрел миллион, изучал, и, если честно, вот эти вот все скрины и вот эти вот тексты, они у меня, кроме отвращения, ничего не вызывают, ну, потому что это полнейший фуфел, выдумано все. Этот человек, скорее всего, уже выпустил 100-500 этих курсов на разные методики. Ну и, в общем, на этом просто зарабатывать на продаже. Сделать и 4 простых шага там. Все такое. Кстати, у этого автора на Глопарте есть второй курс. Он там о каком-то заработке ВКонтакте. Я немножко глянул, что это за курс. На самом деле этот курс, ну, тот, что о ВКонтакте, да, что его предыдущий, который он выпускал там сколько-то, не знаю, какое-то время назад, он назывался «Денежные рассылки ВКонтакте». Ну и этот курс, вот «Денежные рассылки ВКонтакте», был полным говном. Поэтому посмотрим, что нам в этот раз предложит. Ну, в общем, классический глопартовский продажник. Никакой конкретики, размазанные сопли, несуществующая скидка. Ну, не то, что несуществующая, вернее, вот эта цена есть, 890 рублей. А вот этой цены не было и никогда не будет. Ну, потому что никто его не купит за такую цену.
цену, да. Ну, в общем, вот это вот, как всегда, замануха, там 50% скидка, тролля, гарантии, гарантии, которые очень туго, как всегда, работают, да. А для того, чтобы вернуть деньги, если вы покупаете какой-то курс и курс оказывается говном, вы можете эти деньги вернуть. Как вообще вернуть эти деньги? Я об этом рассказывал уже и довольно давно, и можете зайти на мой сайт, вот. Вот так мой сайт выглядит, ссылочка на него, в принципе, на него будет ссылка в описании. Заходите на мой сайт, и здесь есть справа, вот видите, такая надпись «Видеообзоры». Здесь вот смотрите, как вернуть деньги за некачественный курс. И вы можете посмотреть вот этот вот видеоролик. И в этом видеоролике я рассказываю подробнейшим образом, как вернуть деньги, если вы купили некачественный курс. В принципе, мне люди писали, которые возвращали деньги. Так что тема работает. Обязательно изучайте, если вы купили какой-то кусок говна. Вот, ладно, теперь погнали изучать сам курс. Первое, что хочу сказать, почему автор этот мудак. Ну и вообще сразу первый признак, что это все выдумано, ну что автор выдуман и все остальное. Нормальные авторы не делают курсы из PDF. Вот смотрите, этот курс состоит из 30 страниц. То есть это книжка. В наше время, когда видеоролики, вообще видео рулят, да, YouTube рулит и все остальное, делать курс в PDF полностью. Я понимаю, есть когда дополнения какие-то в PDF-ках и все в этом роде, это бывает нужно. Но когда делается курс на 30 страниц весь из PDF, это полный идиотизм. Потому что сейчас видео записываются, монтируются, скринкасты делаются элементарно. Если человек делает курс из PDF, значит, он там не хочет свой голос реально светить и все. Но то, что есть видео на главной странице, это не значит, что там его голос, там, может, нанял какого-то человека, который это все надиктовал. Сейчас это делается за копейки. В общем, вот такой вот курс. Да, и кстати, вот сам прикол, да, то, что главное на продажник, он на 12 минут запилил ролик с размазанным соплей, то есть там было не лень, а здесь вот не сделал. Ну ладно, так, Антон Рудаков, там траля-ля, способы заработка, отнимать у вас совсем немного времени. В общем, давайте я вам вкратце расскажу, о чем вообще курс. Курс о заработке на таком сайте, который называется Quark. Это сайт, на котором вы будете получать основные деньги, да, ну, собственно, с которого вы и будете снимать деньги. Сайт quark.ru – это реально классный сайт, честно скажу, потому что я сам на нем частенько бываю, и у меня там тоже есть некоторые успехи. Ну, на самом деле, я особо прям им конкретно не занимаюсь, там не зарабатываю, но у меня тоже там есть некоторые дела с этим сайтом. Вот мой кабинет, как видите, у меня на счету здесь есть 5772 рубля, но я эти деньги обычно трачу на покупку каких-либо услуг, да, то есть заработанные деньги, я их отсюда особо не вывожу. Ну, в общем, я вам показал, вот так выглядит этот сайт. Вот, и в общем, на этом сайте, конечно же, есть различные услуги, которые предлагают люди, и нам автор этого курса предлагает заняться продажей некоторых услуг. Хорошая ли эта тема? Да, хорошая. Почему? Потому что я сам делал видеоролик. В этом видеоролике я рассказывал, как зарабатывать на Quark, только продавая другую услугу. Вы можете зайти в мою группу. Это группа именно вот этого вот канала, да, вот для этого канала у меня есть группа ВКонтакте. Вы ссылку на нее можете найти вот здесь, вот вверху, вот видите, наводите сюда мышку, есть группа ВК, вступай, нажимаете. Открывается группа, и первый видеоролик, который вы увидите, вот заработок без вложений, одно задание равно 500 рублей. Я не буду ниже опускать, потому что он сейчас начнет проигрываться, этот видеоролик, и вы можете его посмотреть здесь. Этого видеоролика у меня на YouTube нет, поэтому вы можете его посмотреть только здесь, вот ВКонтакте. Там я рассказываю, как, выполняя определенные услуги, да, предоставляя определенные услуги, вы можете получать и зарабатывать деньги.
при том, что их действительно там можно зарабатывать без вложений. Рекомендую вот этот видеоролик посмотреть. Ладно, погнали дальше. На какой услуге нам предлагают зарабатывать автор? Есть такая услуга — размещение ссылок. То есть есть люди, которые имеют свои сайты. Вот, допустим, я имею свои сайты, да. И для того, чтобы поднять свои сайты выше в рейтинге, в поисках, нужно, чтобы другие какие-то сайты на вас ссылались, да, размещали ссылки на вас. И получается, поисковики, роботы сканируют постоянно весь интернет, и они увидят, что ваш сайт цитируется другими, и получается, ваш сайт становится лучше в рейтингах, лучше в поисках и все такое. Вот. И есть люди, которые имеют свои сайты, и они покупают эти ссылки. Понятно, что для того, чтобы о тебе написали статью и разместили там ссылку на твой сайт, ну, для этого нужно приложить довольно немало усилий, найти этих людей, которые имеют другие сайты или форумы, они там должны писать про вас статьи. Это все долго, нудно и дорого. И давно есть такой способ. Он, конечно же, намного менее действенный, чем нормальные статьи с ссылками. Это размещение... массовое размещение ссылок на ваш сайт, размещение, ну, собственно, в интернете, да, на других сайтах. Есть определенные ресурсы, которые предоставляют эти услуги. У кого-то это стоит дороже, у кого-то дешевле. И вот автор этого курса предлагает нам зарегистрировать услугу. Вот, допустим, день 10 уникальных постов со ссылкой, 300 ссылок из социальных сетей, вот ссылки Яндекс. Но это немножко не наши услуги, да, по размещению ссылок. И вы можете, допустим, сделать такое объявление. Вот он нам предоставляет, вот, да, текст: 40 вечных жирных ссылок с трастовых сайтов с X больше там тролля. Ну, в общем, этих текстов можно просмотреть кучу. Вы получите 40 вечных жирных ссылок с жирных трастовых сайтов с X тысячи и выше указанного X, плюс бонус 5 трастовых жирных ссылок. И, в общем, он рассказывает, что мы можем зарегистрироваться на Quorky и начать предоставлять людям эту услугу. Возможно это? Ну, наверное, возможно. Только не будет никаких, скорее всего, 100 тысяч в месяц заработков, миллионов, как он там рассказывает, и всего остального. Возможно, у вас вообще никакого с этого заработка не будет. То есть вы, получается, берете у человека 500 рублей за размещение этих ссылок, часть денег забирает сам Quark, еще часть вам придется отдать на ProfLinks. Вот о чем я говорил, что он говорит без вложений. Но дело в том, что вам придется ProfLinks уже заплатить за какую-то партию этих ссылок, да, вот, или там на каком-нибудь другом сервисе. Дело в том, что те 500 рублей, которые вам дадут за услугу, они будут пока что на Quorky, и вы не сможете их оттуда взять, чтобы заплатить ProfLinks, поэтому вам придется платить свои деньги. Хотя деньги там минимальные, поэтому не будем особо на этом заостряться. Ну, как я говорил, 40 ссылок стоит 75 рублей. То есть вы отдаете туда деньги. В итоге с 500 у вас там остается, по-моему, 200. Ну и вы понимаете, что для того, чтобы заработать 100 тысяч, как он говорил, вам нужно за месяц сделать 500 заказов. Да? Ну, я очень сомневаюсь, что вы эти 500 заказов получите. Но я бы не сказал, что этот курс не стоит изучать. Единственное, конечно, херово, что он, этот курс, в письменном виде, блин, полностью... идиотизм полный. Было бы лучше, если бы автор все показывал на видео, да. Ну, как я и сказал, вот такое вот мудачество с такими авторами происходит. Вот, в общем, я рекомендую скачать этот курс, изучить его. Рекомендовал бы я его покупать? Наверное, нет, потому что, ну, это такой. То есть курс состоит в том, что его, можно сказать, в двух словах, да, рассказать. Регистрируешься на Quark, предоставляешь услугу. Какую услугу? Так, какую угодно, их там миллион разных. То есть вот одна из услуг. Берешь, покупаешь дешево ссылки, продаешь в другом месте дорого. Вот и все. Так делается по любым темам, которые там зарабатывают, на которых там люди зарабатывают. Это продают там лайки, даже тексты какие-то, что-либо еще. То есть все идет перепродажа. Есть сайты, на которых это дешево, на Quorky это дороже. Идет перепродажа, вы на этом зарабатываете. Вот и весь курс. Платить не стоит, но скачать я рекомендую. Если вы, ну, абсолютный новичок, да, то вам это, возможно, может пригодиться. Также еще обязательно посмотрите мой видеоролик о том, как зарабатывать. Там другой метод, там еще один метод заработка.
на Quark. Ну, не еще один метод, точно такой же метод, в смысле того, что тоже перепродажа определенных услуг. Только мои услуги, о которых я рассказал, их вообще можно получать абсолютно без вложений, перепродавать, получать за это деньги. То есть, если у вас будут разные услуги, допустим, вот эти услуги, да, по ссылкам, плюс еще те, которые я показываю, вот, то это уже увеличит ваши шансы на заработок. Автор также еще здесь вот разместил такую ссылочку свою, ссылочка, куда это ведет. Если мы нажмем, вы увидите вот такую вот страничку. Автор нам предлагает еще заплатить 1900 рублей и купить у него дополнительно 15 других популярных прибыльных услуг. То есть, в принципе, та же самая методика, только он вам еще расскажет, даст 15 услуг, которые тоже востребованы, но в которых не нужны какие-либо навыки. Там, помимо инструкции, вы получите VIP-поддержку, но все эти VIP-поддержки, это, конечно, фуфел, они никогда не отвечают на них нормально. Также бонусный курс по добыче тонны бесплатного трафика из ВК. Это тот курс, который он 10 месяцев назад делал, который он говорит стоимостью 4900 рублей. На самом деле он, как всегда, тот курс стоил там рублей 700, 500, 600, где-то так. И который полное говно, короче. Вот то, что он, вот это он сейчас вам предлагает купить за 1900 рублей. Я, конечно же, крайне не рекомендую его покупать. В общем, друзья, ссылка в описании на этот курс. Можете перейти его скачать. Я сразу говорю, что ссылка будет не на сам курс, а на статью на моем сайте. То есть вы перейдете, вот такая вот будет статья, ну, потому что ее еще нет, да, я сейчас ее напишу. Вот будет выглядеть примерно вот такая вот статья. Вы вниз спуститесь, и здесь будет форма, вот такая вот квадратная. Вы нажимаете на кнопочку «Поделиться» какой-либо из соцсетей, и тогда у вас получается выскакивают вот так. Вот ссылочка скачать. Ну, здесь написано бонус, там будет скачать курс, что-то такое. Это я вам рассказываю, как скачать этот курс. Делается это все за 2 секунды. Очень просто. Также не забудьте вот ссылочка на мою группу. Это группа ВКонтакте по этому сайту InfoBizControl. Также ссылочка на мой канал в Телеграме. Везде подпишитесь, не забывайте. Ну а чтобы ничего не пропускать, еще здесь можете подписаться. Также не забудьте посмотреть видеоролик, вот, о котором я вам говорил, который у меня находится в группе ВКонтакте. Это уже другая группа. Это группа для вот этого вот канала. Так что обязательно на него тоже подписывайтесь. И вот здесь по кнопочкам тоже везде все подпишитесь. Все ссылки, друзья, есть в описании, конечно же. Вы можете перейти, все скачать, забрать, получить. Обязательно все это сделайте. Ну и не забудьте поставить лайк этому видео. Тогда, возможно, я начну чаще выпускать видео, потому что увижу, что вам это нужно. На этом все. Зарабатывайте много и честно. Всем удачи. Пока.